Всем огромный привет! Предлагаю вам сегодня приготовить со мной салат со свеклой. Делается он быстро, просто, получается очень вкусным. Оставайтесь со мной и начнем готовить. Для приготовления этого салата нам понадобится 5 отварных яиц, свекла отварная полкилограмма, капуста квашеная, здесь у меня 380 грамм, майонез и чеснок, полголовки чеснока возьму. Итак, приступаем к приготовлению салата. Свеклу натерли на крупной терке, с помощью яйцерезки измельчаю яйца. Можно просто нарезать кубиком. Сюда же добавляем квашеную капусту. Сюда же через чесночницу выдавливаю 4 зубчика чеснока. Все заправляем майонезом и хорошенечко перемешиваем. Вкусный, полезный салат готов. Приготовьте именно такой салатик, уверена, вам понравится. Всем приятного аппетита!